Я сидела в группе и заметила, как двое детей начинают между собой ругаться. Мне показалось это смешным, и я решила снять это на видео. Когда я начала снимать это на видео, я решила отыграть это и сказать девочке ударить мальчика. Надеюсь на то, что она не послушает меня. Как оказалось, она меня послушала и ударила мальчика. Мальчик не заплакал, и они дальше нормально вели себя, дальше играли между собой. Я решила, что в этом нет ничего плохого, и выложила видео. Дальше в этот же день, где-то в 5-6 вечера, одна из девочек начала вести себя неадекватно, биться в истерике, мешать другим девочкам. Ей неоднократно делали замечания о ее поведении, но она не слушалась. После многочисленных просьб успокоиться, она забилась под парту, начала истерить там. Я также почему-то решила, что это смешно,